Нью-Йорк, Торонто, Лондон, Дели. Список городов, которые стали частью уникального арт-проекта известного южноафриканского художника Сонни, пополнил Владивосток. Название «To the Bones» в переводе с английского языка «до костей» как нельзя лучше отражает суть и обозначает главную цель проекта. С гигантских граффити на людей пронзительно смотрят находящиеся на грани исчезновения животные – лев, тигр, горилла, медведь, слон. Напоминать о глобальной проблеме жителям и гостям Владивостока будет дальневосточный леопард. Работу над изображением уже начали на самой известной видовой площадке города. Я думаю, это идеальное место. Каждый день здесь очень много людей, и я уверен, что все они будут обращать внимание на изображение. А также с этого места леопарда будет видно из многих точек города. А еще мне говорили, что наш леопард смотрит в сторону нахождения национального парка «Земля леопарда», и это очень символично. Художник Сонни в России впервые. Владивосток, по его словам, прекрасный город с великолепными видами и сильными ветрами. К слову, погодные условия замедляют процесс работы. Например, невозможно рисовать в дождь. Но это вдохновению не преграда. В непогоду Сонни тщательно подбирает палитру, в очередной раз продумывает каждую деталь. А наносить на стену рисунок дальневосточного леопарда площадью более 300 квадратных метров возможно лишь с помощью подъемника. Материалы для работы художника закупали в Москве. Всей цветовой палитры, которая необходима для изображения, во Владивостоке не найти. Совместно с Сонни масштабный проект организует Международный фонд защиты животных и организация «Дальневосточные леопарды». Стену для граффити предоставил ДВФУ. Владивосток был всегда в приоритетах. Не Москва, не что-то, а именно Владивосток, потому что тигры и леопарды здесь. И тогда мы подумали и сказали, что тигров больше, чем леопардов. Тигр ты уже нарисовал в Нью-Йорке. В Владивостоке должен быть леопард. Для чего мне написали Сергею Борисовичу Иванову письмо, сказали, не хотите ли вы поддержать этот проект. И мне очень приятно, что фонд «Дальневосточный анонс» стал партнером здесь, в Владивостоке, и помог даже финансово, с экраном, с красками. Стену у видовой площадки на сопке «Орлиное гнездо» Сонни будет расписывать до 11 августа. Также на днях художник посетит национальный парк «Земля леопарда». О редчайшей на планете кошке он мечтает знать больше. Помимо дальневосточного леопарда, в рамках акции также появится граффити с гориллой в Лондоне и слоном в Дели. Арт-проект завершится летом 2018 года проведением выставки в Лондоне. Арт-объект еще далеко не закончен, но туристы уже проявляют к нему живой интерес. И можно представить, какой восторг этот дальневосточный леопард будет вызывать у них, когда предстанет во всей красе. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.